Сегодня у нас 13 сентября 2015 года. Вот мы в деревне Потеряевка. Выезжаю на Благовестие, в село Клочки. Вот Игнатий Иванович тут. У нас остается здесь Никита Колесников, Никита Устинов, Яна, Виктор. Надежда Васильевна тоже едет. Бабку-то не выкатишь. Тетя Люба еще мимо его едет. Ты вот нигде не останавливай, не разговаривай. Она в один дом зайдет, теперь ее искать придется там. Господи, благословение вспомнил. Открой сердца людей, слышать святое евангельское слово, чтобы мы были подобны слову, которое пришло к нам, дабы оно исполнилось на нас. Ты сам сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, сохрани братьев в пути от несчастного случая. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом. Вперед, Надя. Ну иди, не надо это выбирать что-то. Попиться. Вперед надо идти. На сцене в школе играла, и вот так осталось это. Вон Алексей Устинов едет. Брат наш. Поехал. У него забота дом построить сейчас. Все думают об этом.